Всем привет! В этом видео я смотрю новую игрушку Block of Run, которая вышла 5 февраля 2019 года. Написано ранний доступ, инди, приключения, экшен, песочница, посвященная строительству парусных кораблей и пиратству. Ну что ж, давайте не будем тянуть кота за что-то, а сразу же приступим к ознакомлению с игрой. Насколько это все интересно. Итак, новая игра, возможно, мало кто поверит, но вы начинали свой путь к тому, чтобы стать грозой морей. Как? Итак, нам очень надо выбрать. Знак мореплавателя, жертва крушения, простой рыбак. Ну, пусть я буду жертвой кораблекрушения. Простой рыбак, знак мореплавателя. Так, что дальше? Нажмите левую кнопку мыши, чтобы разместить блок. Обратите внимание на цвет полупрозрачного блока рядом с курсором. Блок можно разместить только там, где он посвечен зеленым. Ясно. Ну, разместил. Используйте клавишу WASD, чтобы двигать экран. Так. Ясно. А дальше что? Все, дальше никакого обучения. Так, чтобы управлять кораблем, необходимо установить штурвал. Его можно расположить только выше уровня воды. От того, в какую сторону развернут штурвал, зависит, где будет передняя и задняя конечности корабля. Ага. Наш корабль уже есть параметры, скорость, масса, подводная масса, блоки и плавучесть. Это что такое? Помощь. Невозможно выйти в плавание. Нет моряков. Нет штурвала. Разобрать корабль. Библиотека чертежей. О, библиотека чертежей. Повернуть блок. Показать скрытые вышестоящие блоки. Развернуть корабль. Разрезать блок. Фиксировать курсор. Цвет. Это понял на виды блоков. Давайте глянем в библиотеку чертежей. Неохота строить просто все заново. Так. Вот какой-то Emperor, Skunk, Steadfast, Clipper, Пираты, Копи. Это все что пустой слот. Ну давайте Emperor. 76 блоков, вооружение 2 пушки. А нет, тут же вот так. Тут 6 пушек. О, а тут 12 пушек. Скорость 41, 365 блоков. Построить. Ну и чё? Что-то как-то, знаете, не похоже это на корабль. Что это? Написала, что там 300 с чем-то блоков, 16 пушек на чертеже. А тут пишут, вот, 16 блоков. А где пушки, где паруса? Алло. Алло. Да, я строю, и оно сразу же разбирается. Что за бред? Я строю, и оно сразу разбирается. Почему? Непонятно. Так, удалить. Ну, давайте построим что-нибудь менее ресурс. Ну вот, Emperor. Две пушки, 76 блоков. Да, знаете, тоже что-то. Вот. Не должен быть плавно, нет моряков. А это кто? Разве не моряк? Корабль нестабилен, надводная часть перевешивает подводную, кораблю не хватает плавучести. Жесть. А у нас 13 блоков, оказывается. 13 блоков. Прямодеревянная мачта. Косая мачта. Короче, блоков-то у нас мало. Ладно, давайте тогда что-то строить. А почему не могу поставить блок?
Деревянный блок. Ну, как мне его выбрать? Почему тут стрелочка мигает? Ничего я не понял. Ничего я не понял. Но я не могу почему-то ставить блоки. Хм. Да уж, да уж. Начало уже... О! А ну почему так блок в одном месте высвечится, а курсор в другом? Что за бред? Вот это баг. О, курсор внизу, а блок аж наверху где-то. Что это за бредятина такая? Да уж. Новая игра. Давайте все заново. Бред. Я понял, перемещаться. Так, у нас получилось очень мало блоков. И, увы, но нельзя... Нельзя приблизить картинку. Ага, чтобы блок не был высоте. Блять. Солидный французский. А как убрать блок? Ну вот я... Блок неправильно поставил, как мне его убрать? Непонятно, ничего не понятно, как строить. Так, гайд, окей. Строительство интерфейс. Всякий раз начинаю новую игру, я продолжаю старую, будете оказываться в режиме строительства корабля. В режиме строительства вы можете собирать все корабли в блоков. Так. Вот так, чтобы получить больше блоков, придется захват и разбирать чужие корабли. Блоки строительного корабля считаются непогруженными на корабль, поэтому они пропадают, как только корабль отходит от места, где блоки получены. Ага, блоки продолжают на корабль. Правда, с экрана находится кнопки меню инструменты. Так. Во, правая кнопка удаления блоков. Почему они не удалялись, а? Короче, да, все очень сложно. Это для тех, кто любит упороться в строительство. Я понял. А ну убрать. Да, убирается. С правой клавишей. Убирается. Я теперь не знаю. Какой мне корабль построить? Так. Прямая мачта. Мне как будто можно поворачивать. Ну, ясно. Ю-Е. Поворачивать блок. Так, куда же его поставлю? Парус. Парус. Как его ставить, интересно? Высота 3. Ой, как все сложно-то, а? О,
тут я могу поставить, но мне нужно, чтобы он тут был, алло. А он не ставится. Такой же капризный парус, да? Он не хочет ставиться. А может надо еще один этот блок? И вот опять эта фигня. Курсор в одном месте, блок в другом. Блин. Что за игра? Почему так все сложно? Почему нельзя сделать это как-то более понятно и просто? Вот почему не могу убрать этот блок правой клавиши? Почему? Кто мне скажет? Уф. Почему парус не ставится? Штурвал вот не ставит. Что за бред? Да. И даже ничего не пишет. Вот я пытаюсь ставить штурвал, даже ничего не пишет. Почему не хочет ставиться? Так, окей, еще новая игра. Ой. Вот тут я могу парус прилепить. Лол. Это что за бред-то такой, а? А почему тут нельзя? Это же мачта. Ну к ней должен крепиться парус. К мачте парус не крепится, а к блоку. К обычному блоку, да. Ну что за бред? А нет, он даже к обычному крепится. Хотя зеленым высвечивается. Ой, бред. Как в это играть, а? Кто вообще способен в это играть? Кто способен тут что-то понять? Штурвал не хочет ставить.
А, нет, вот. Штурвал такие прилепил. А где моряк? Моряк. Я уже могу отправиться в плавание, хотя у меня нет паруса. Офигенно. На самом деле нет. Да. Почему парус такой маленький, а? Почему он такой маленький? Ладно. Ладно. Раз кнопка выпустить плавание, давайте выпустим плавание. Так, а где наш корабль? Где карта? Как плыть? Перестроить корабль. Помощь. Это мой корабль? И как плыть? Как карту вообще подвинуть, а? Да уж. Офигенно, наверное, ничего не стоит. Ну давайте перестроим свой корабль. Блин. Во. Раз парус крепится только на блок. А он не хочет крепиться на блок. Вот тут да. А тут уже нет. Какой бред, а? Да. Какой же бред. И каждый раз эти подсказки пишет дурак. Я уже знаю, что мачту можно переворачивать. Зачем мне это об этом писать? Короче, ладно, я все понял. Пусть кто-то в это вникает, кто более разбирательный. Я ничего не понял, как это. Я переиграл очень много игр, очень много. Но это я так и не смог вникнуть. Я играл в Майнкрафт, где можно строить. Играл в Робокрафт, строил своих роботов. Но здесь вообще ничего не понятно. Парус не хочет ставиться, корабль не хочет плыть, когда уже есть штурвал, моряк. Корабль не хочет плыть, парус не хочет ставиться, блоки не ставятся так, как надо, блоки не убираются. В общем, я так и не понял, как в это играть, и мое мнение, что игрушка очень сложная. Она может интересная, но она очень сложна для ознакомления новичкам. Обучение такое себе, знаете. Только рассказали, как поставить блок. Ну, то есть, как поставить блоки, как поставить парус, ой, как поставить, точнее, рассказали, как поставить штурвал, как поставить моряка. Но не рассказали в обучении, как поставить парус. Это же самое главное. Как я буду плыть без паруса? Об этом
не говорят, не объясняют. Есть готовые типы кораблей, но эти типы кораблей состоят из овер дофига блоков, которых у нас нет. Почему-то разработчик не сделал так, чтобы в этом в строительстве, в быстром строительстве кораблей был маленький кораблик уже сразу, чтобы мы могли скрафтить маленький кораблик и уже плыть. Нету такого. Короче, игра разочаровала. Да, она стоит дешево, 30 рублей, но, блин, игра разочаровала. Если вы небольшой мастер строительства, не советую вам эту игру. Увы, но не советую. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.